Проходите. В столовой 31-й школы особый день и особые гости. Традиционно каждый сентябрь здесь проводится акция «Родительский патруль». Родители первоклассников мы в обязательном порядке знакомим с тем, как дети кушают в школе, что они кушают, как происходит процесс приготовления и процесс, так сказать, самого питания. Вот сегодня один из таких дней. Мы представляем как раз день вот по меню, который сегодня именно конкретно на 7 сентября, понедельник. А на столе овощной суп, гречка с тушеным куриным филе, огурец и булочка с чаем на десерт. Меню в школе разнообразное и включает все продукты, необходимые для развития детей. Кроме того, оно обязательно утверждается Роспотребнадзором. Вот только ничто не сравнится с веским словом «мам», а они обед оценили высоко. Да и дети о местной кухне говорят только хорошо. Все дни, которые приходил, возвращался у нас со школы, это всего несколько дней на прошлой неделе, и сегодня первый день, сегодня. Это всегда говорит о том, что в столовой вкусно все было. Было все вкусно. То есть у него отзывы о столовой хорошие, очень, да. Очень понравилось то, что дают еще булочку, что она такая мягкая и сахарная, очень воздушная. Из столовой мы переместились на кухню. Здесь у нас пара конвектоматы, которые готовятся и второе, и гарнир мы здесь варим, и жарится у нас, и можем выпечку даже здесь производить. Вот, потому очень удобная эта техника, та, которая готовится и на пару, и можно основной процесс провести. Вот сейчас, в данный момент, отвариваем мы вот перловочку. По соседству специальный котел, где кипятят воду для готовки. Рядом пищеварочная плита. А впереди нас ждала святая святых школьного буфета. Здесь у нас мучной цех, в котором готовится выпечка. Выпекаем все изделия на буфет. В данный момент вот у нас лежат булочки домашние, те, которые сегодня идут у нас на раздачу. Что самое любимое у детей из выпечки? Ну, наверное, нет такого любимого конкретно. А вся выпечка детьми обожается. Несмотря на то, что там с начинками, без начинок, все равно любят все. Мягенькие, вот видите, такие. Во всем этом гастрономическом великолепии волей-неволей просыпается аппетит. Мы решили не упускать возможности составить свое мнение о блюдах. Приступим. Ну, во-первых, вы видите, тарелки пустые, это уже говорит само за себя, все было очень вкусно. Что по каждому блюду могу сказать? Могу отметить, что в первом бульон наваристый, но не слишком жирный, это отлично. По второму, гречка, с гречкой я не дружу, получается всегда сухой. Тут гречка получилась сочная, разваристая, плюс еще мясная подливка, очень вкусно. Булочка. Булочка действительно такая мягкая, как нам и сказали. Чай отличный, вкусный. В общем, такое меню рекомендую не только школьникам, но вообще всем. К слову, меню здесь составляют на 10 дней, и за это время ни одно блюдо не повторяется. А значит, уверенно можно сказать, что школьники уходят с уроков домой не только сытыми, но и довольными. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».